В Тюмени открыли первую в России бетонную мобильную скейт-площадку. Конструкцию разместили на Цветном бульваре. Над проектом работали специалисты не только из нашего города, но и Москвы. Мультиспот площадью в 40 квадратных метров предназначен для катания на скейтборде, самокате, роликах и трюковых велосипедах. На открытии новой площадки побывал глава города Руслан Кухарок. Какого-то более интересного места нельзя было придумать для того, чтобы здесь не установить рампу. Рампа также уникальна. Уникальность его состоит в том, что он изготавливается на заводе, это бетонная рампа, и может быть размещена абсолютно на любой подготовленной площадке, без каких-либо дополнительных работ, которые связаны с земляными работами. Мы включим в атлас тех решений, которые применяются при благоустройстве на городских площадках, на тех проектах, которые реализуют наши застройщики, девелоперы. Я уверен, что этот проект полюбится тюменцам. Добавлю, что спортивный объект появился благодаря поддержке федеральной программы развития уличной культуры и крупной нефтедобывающей компании. Спортсмены, в том числе из других городов, которые приехали в Тюмень на соревнования, планируют протестировать рампу уже сегодня. Я вообще сам первый раз вижу именно такую бетонную рампу. Я катался в бетонных пулах, но именно в таком формате вижу первый раз. Очень хочу попробовать.